Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы продолжаем наш разговор с питомниководом и ландшафтным дизайнером Ольгой Чиненковым, питомник Дерика. И наш разговор пойдет про защиту растений. Как мы уже в двух предыдущих роликах разговаривали на тему садоводства органического, в данном случае мы опять же таки будем говорить о тех вещах, которые помогут нам минимизировать использование химии в саду, а возможно и вообще обойтись без нее. Здравствуйте, Ольга. Да, здравствуйте. Андрей, здравствуйте, слушатели. Скажите мне вот сразу, да, вопрос в лоб, так сказать, можно ли вообще избежать использования всяческой химии, потому что, ну, все безумно боятся там тли, белокрылки, есть какие-то жутчайшие вредители, которые ты смотришь и понимаешь, что ты срочно, если сейчас карбофосом это не обработаешь, то никакие божьи коровки и златоглазки и плодожорки вот отсюда просто так вот, ну, не уйдут и не сдадутся. Нельзя на них попрыскать чем-то органическим, никаким фитовидом. Вот эту вот дрянь из сада не выгонишь. Вот смотрите, вы уже, наверное, заметили, что я биолог по образованию, да, и да, я поэтому не еще могу... как. Я поэтому изначально, даже когда мы начали заниматься садоводством, тем более профессионально, поскольку образование другое, мне всегда было непонятно, ну как можно, да, такими серьезными средствами, которые работают просто по всем организмам, которые мы обрабатываем, не только по тому целевому, да, по которому, который мы хотим уничтожить, а вообще по всем, которые попадают в зону влияния, как этим можно пользоваться в саду. Это мы даже сейчас не говорим о вреде для собственного здоровья, да, о вреде для здоровья наших детей. Мы просто говорим о том способе, каким мы убиваем у себя. В то время, как, естественно, да, в природе никто, опять же, ничего не прыскает. И почему-то все прекрасно существуют, сосуществуют. Почему? Потому что любой биоценоз, сложившийся, да, это действительно организм сбалансированный, в котором нет вредителей как такового понятия, а есть объект, который можно съесть, и всегда есть тот, который это съест. И, соответственно, есть тот, который съест этого. Да? Более того, чем дальше эта пищевая, так называемая, трофическая пирамида, тем видов становится больше, которые съедают того, кто первый, но при этом по количеству, да, каждый вид там уменьшается, поэтому это пирамида. То есть если мы не воздействуем на свой участок такими сильными средствами, то у нас всегда есть тому, кто съест того, кто нам не нравится. Но это такая прелюдия, да, скажем. Ну да, потому что, вы понимаете, да, я вам отвечу как психолог и социолог, да, потому что человеку свойственно чего-либо бояться и нападать, делать, наносить какие-то превентивные удары в этом направлении, потому что, ну, невозможно смотреть спокойно, как твои любимые яблочки или розочки съедает какая-то довольно неприглядная, противная сикараха, которая вызывает, ну, просто даже какое-то вот неприятие, какой-то ужас, ксенофобию, можно сказать. Да, к сожалению, здесь, наверное, корни всего этого еще идут от очень малых знаний. Да? И тут никого не стоит обвинять, потому что, понятно, мы все хорошо знаем где-то в своей области. И когда человек, особенно городской, покупает участок и вдруг осознает, что он не просто себе расширил квартиру, да, а приехал в какой-то живой мир, в котором есть вот те самые насекомые, которые нам не нравятся, он начинает пугаться. И вокруг, если мы приходим в магазин, мы видим массу средств, на которых так красивые картинки, красиво написано, что ты вот киллер тот-то, киллер этот, да, да, муху, гусеницу, все сразу наповал. Естественно, тебе никто ничего не объясняет. То есть я вообще считаю, что корень этой проблемы и то, насколько мы отравили вокруг себя экологию, да, и сами теперь от этого страдаем, и что даже уже сельское хозяйство и агрономы, да, и специалисты по защите растений прекрасно понимают, что больше по этому направлению двигаться дальше так нельзя. Просто мы теперь не можем свернуть, как, резко не можем свернуть, потому что мы как, конечно, наркоманы подсажены сейчас на эти химические препараты. И помните, я вам говорила в прошлом разговоре, что переход на органическое земледелие – это все-таки 4 года. И я должна сразу всех предупредить, что если вы вдруг решили встать на этот путь, во-первых, вы должны ему жестко следовать, потому что любая ваша вот ошибка в этом деле, вы себя откидываете сразу надолго. А вот этот переход, он длится, ну, минимум 4 года. Кстати, мы с этим столкнулись примерно так же. Я это прочитала недавно, что 4 года. Это считают фермеры в Америке, которые это сказали. И, кстати, часто на вот этот переход идут опытные фермеры, а начинающие, они как раз обрабатывают и сыпят удобрения. Но если мы с вами про почву, в общем-то, поговорили более-менее, да,
даже в прошлую лекцию о защите, то то, что касается наземной части наших растений, которые как раз поедают насекомые, то что надо сразу сказать? Во-первых, для того, чтобы на ваши растения не нападали полчища насекомых, во-первых, не должно быть перекорма азотом. Ну, особенно у нас на севере, не должно его быть. Почему? Потому что растение перекормленное имеет и более рыхлую структуру своих стеблей, более длинные междоузлия, совершенно другой состав сока. Растение не может... Оно не может сопротивляться такому количеству азота. Он всегда в природе растет при дефиците азота. Поэтому, когда мы кладем ему много азота, он вынужден съесть все, что мы ему положили. Он не может сопротивляться. У него такой клеточный сок и механизмы мембранные, что он всегда это съедает. И, соответственно, как толстый человек. Да. И, соответственно, растет. Да, и, соответственно, становится очень вкусным для того, чтобы на них завелись растения. И уязвимым. И уязвимым. Это я еще пока не говорю про фитофагов. Второе, это, конечно, монокультура. Это то, чем страдает сельское хозяйство, но то, чем не страдаем мы с вами на своих участках, если мы не пытаемся все засадить, там, здесь у нас большой газон, а тут у нас, скажем, большая там заросли одной только спиреи, а тут у нас там еще плодовые яблони, да, и больше ничего. То есть, чем больше у нас разных видов из разных семейств, да, тем создается более полноценный, более разнообразный биоценоз на вашем участке. Вот в этом плане как бы английские сады мне больше даже нравятся, да, потому что это действительно... Это вроде как мы создаем природу, но природу и совсем других растений. То есть не наших природных, а мы создаем такие естественные посадки, но из непривычных нам растений. И все равно это получается как будто бы природа. Но нам зато это больше нравится. Именно в таких сообществах и могут селиться в достаточном количестве те, кто нам помогает в борьбе как раз с вредителями. Когда мы начинали, мы совершенно случайно. Я точно так же вначале все травила и считала, что если ты не травишь, так ты и не специалист совсем. Если ты не разбираешься в химических средствах и в химических удобрениях, то какой же ты специалист? И мне все заказчики звонят, первый вопрос по весне, а чем попрыскать мне растения? Вот. Поэтому, когда мы столкнулись просто с дикой нехваткой времени, и я там, приезжали только по выходным, и я видела эту тлю на розах, но мне просто не было времени. Это надо иметь время, надо погода, чтобы соответствовала, чтобы не было дождя, ветра, да, ждать на утро. Температура. Да, или вечер, да, надо облачиться. Вы обратите внимание, как работают специалисты по защите растений. Это вот как в ковидном центре. Это абсолютно. И очки, и респираторы, это одежда верхняя, которую ты потом убираешь. Это ведь очень серьезные средства. Это нам докажется хихихаха. Это же... Ну, многие, скажем, хлорорганические пестициды, которые еще до сих пор существуют, и фосфорорганические пестициды, их же близкие родственники – это военные химические препараты. Поэтому это все не шутки. Даже современные препараты, если мы по ним посмотрим, вот сейчас в Америке, например, идет много... судебных исков по глифосату, который Roundup мы с вами знаем, и все им прыскают, очень многие его используют, а в итоге иски эти удовлетворяются, и фермерам выплачивают миллионные компенсации, потому что появляются онкологические болезни, это специфические лимфомы. Если можно, я даже могу пару слов об этом сказать. Почему? Вроде гербицид, да? А тут мы, млекопитающие. Причем тут мы? Но тут оказалось, что у них одинаковый путь влияния на тот процесс, который идет еще и у бактерий. А мы с вами, и мы, и тем более пчелы, имеем в своей пищеварительной системе бактерии. И как только они угнетаются, как оказалось, да, мы получаем очень много всяких неприятностей. И что получается? Буквально первые года, да, мои розы с этой тлей той же самой, это были искривленные бутоны, это было, конечно, зрелище не очень, но вот реально не было времени. И вот это отсутствие времени мне и помогло, потому что где-то года через два я вдруг стала обнаруживать, что да, тля появляется, и появляется в этом большом количестве. Помните, я вам говорила и летом, что приехали бы вы в июне, вас бы это удивило, но она не успевает даже навредить. И я уже потом вижу, как появляются насекомые энтомофаги, которые с ней прекрасно справляются. И тут надо еще один момент, то, что наши садоводы обычно не знают. Я еще не встречала ни одного нашего заказчика, который бы знал, как выглядит личинка божьей коровки. Ни одного. А уж как выглядит ее куколка, но это я вообще просто уверена, что, наверное, знает 80% населения нашей планеты. Больше. Да. Ну, прокладку 99%. Я просто уже не говорю, да, даже не упоминаю таких глупостей. На самом деле они же все разные. И если мы любим божью коровку и знаем, что она у нас питается тлей, то мы должны любить ее личинку, которая тоже хищник и еще более прожорливый, чем даже сама божья коровка, ее взрослые, да, насекомые и мага.
И таких насекомых на самом деле не только божья коровка. Их очень много. То есть у меня вот в саду в этом году весной, я сама была вот удивлена, я не знала это насекомое. Я думаю, принимала его за другого, у меня оказались хищные гусеницы-голубянки. Для меня это было открытие. Это мне помог определить настоящий энтомолог, мой однокурсник, за что я ему очень благодарна. То есть даже не все гусеницы одинаково вредны? Не все гусеницы растительноядны. Представляете? То есть это просто было на глазах, я это снимала, и мне это выложено там ВКонтакте, как эти гусеницы прекрасно кушают лю. По всей видимости, из-за холодной весны те же божьи коровки еще не успели отродиться, вот, и поэтому их заменили другие. Чем больше у вас насекомых на участке, да, тем всегда найдется кто-то. Потому что даже если у вас там их там 2-3, то надо понимать, что и в природе это так. Как бы полагаться только, например, на божью коровку нельзя. Она, у нее свой жизненный цикл. Ненадежное существо. Она проснулась, она поела, да, там личинка это поела, потом она окуклилась, ну и все. И поминай, как знаю. Отлята она такая, что она опять может народиться, она может дать много поколений. Тут уже могут вступить совершенно другие организмы в вашем саду. То есть у нас, например, в саду четко, я знаю, да, и мы их всячески приветствуем, это помимо божьих коровок и голубянок, теперь выяснилось, это золотоглазки. Они у нас набиваются на чердак, и весной мы их выпускаем просто волнами этого прекрасного мотылька, у которого очень страшная и прожорливая хищная личинка. Вот эта личинка, она даже за палец, если укусит, вы это почувствуете, как будто вас муравей укусил. Она очень хищная, она поедает очень много тли. Вообще тля – это на самом деле такое существо тщедушное. Кто угодно обидеть может. Да, это как семечки для хищников. Это, знаете, такой десерт для них, я бы даже сказала. Когда она есть в саду, и ведь если ее у вас в саду не будет, у вас и не будет энтомофагов, поэтому надо пережить этот момент, когда кормовой базы нет, соответственно, нет. Да, конечно, какое насекомое отложит сюда кладку? Ведь вначале получается как, в начале питания, а потом туда откладывается кладка. Потому что жуки, они выходят с зимовки чуть попозже, ну и процесс пошел. Третье насекомое, которое многие знают, это мухи-журчалки. Это вот те самые похожие на ос мухи, которые вот замирают в полете над одним растением, полосатые, да, потом бросаются в другую сторону резко. Так вот, что золотоглазка, что и муха-журчалка, их имага питаются нектаром растений, кстати, в основном зонтичных. А личинка, хотя это муха, и она даже похожа на личинку мухи, но мы можем себе представить, она очень даже хороший хищник. Страшный хищник, и тоже прекрасно поедает тлю. Кстати, и это тоже далеко не все. Да? Вот у нас такой был момент в этом году, когда вдруг была вспышка тли на розе Ритаусмы, вот на той самой большой куртине, уже в августе, в конце августа, в начале сентября. Я уже подумала, господи, а что теперь-то с ней делать? Ну, наверное, придется чем-то обработать. Но, опять же, не химии страшной, да, тут можно и зеленым мылом воспользоваться, любыми, там, даже просто мылом воспользоваться, дегтярным, да, чем угодно, потому что настолько это тщедушное создание. Можно нашатырным спиртом, можно и ее чем-то, там, скажем, золой опудрить, потому что дыхальца тогда забиваются. То есть много способов, не обязательно даже настои какие-то делать, время на это тратить. Но вот чего-то, ну, хотелось же, чтобы само, ведь у меня же уже давно создано биоциноз на участке, у меня лес рядом, мы же не в коттеджном поселке, где там у всех на километры одни только газоны, да, и елки посредине новогодние. А вот, и чем мы были поражены? Да тем, что вдруг появились стайки пеночек, птички-пеночки, да, которые спокойно садились, они маленькие же, они у нас, кстати, размножаются тоже на участке, и они так активно питались тлей, они почистили все кусты. То есть, понимаете, вот природа, она многогранна и зачастую непредсказуема. Для меня это было открытие в этом году, что пеночки, и действительно, я потом вычитала, да, они действительно могут питаться тлей. А почему нет? Это же такая, как, ну, консерва живая, да, в которой все есть, и впереди зима. Вот. Из вообще насекомых, из хищных насекомых, которых мы действительно с вами не очень так-то хорошо представляем, кроме, ну, каких-то отдельных особей, а ведь мир насекомых огромен. Конечно. И из них всех, вот, те, кто нам вредят, кого мы вот действительно не любим, да, это фитофаги, которые питаются растительной пищей. И именно теми культурами, которые мы все выращиваем, потому что там, если они едят где-то за забором ольху, да и бога ради, да, мы... это сразу уже и не вредитель. Не вроде. Жалко. Да, не вредитель. А вот тот, который ест у нас нашу розочку, да, это уже злостный враг. Так вот, очень много насекомых, которые также являются хищниками в саду.
Ну, во-первых, мы все знаем жужелиц. Да? Вот это как раз тот жук, который не ползает по кустам, а который перемещается по подстилке и ест те стадии, которые находятся на земле и в растительной подстилке. Он и сам там живет его личинка, такая похожая на червячка, но с жевалами впереди и с рогаточкой такой на хвостике. И она тоже очень хищная, и она тоже питается и стадиями личиночными многих наших жуков, вредителей, и, соответственно, и может питаться яйцами, которые там отложены, и даже если сверху упадет ему на голову какая-то гусеница, тоже он ее прекрасно может поесть. То есть это вот жужелицы, хотя в каждом семействе есть и вредители, да, и есть и хищники. Но вот это семейство, большей части, это хищники. Дальше такая есть группа тоже интересная, которая живет в подстилке. А почему я про них говорю? Потому что это очень важно. Потому что многие жуки, которые нам вредят, да, они как раз вот зимуют в подстилке под кустами. Почему опять же идет борьба? Там вскапывается почва, убирается подстилка. Но люди не понимают, что и многие наши защитники, они тоже так же на зиму уходят туда же, под эти же кусты, в эту же подстилку. Если мы их лишаем зимовки, то мы и их убиваем в том же числе. Ну, то есть нужен системный подход вообще. Да, то есть надо как-то пережить какой-то период. Но я сейчас объясню, что там тоже может помочь в этом вопросе. Такая группа, например, жуков без жестких надкрыльев, больших стафилинидов, которые вообще как бы за жуков особо не примешь, но крылья у них есть, они там складываются вообще и вдоль, и поперек, и укладываются под эти маленькие надкрылья. Они тоже ползают везде спокойно, везде ныряют, в подстилки тоже поедают. Есть хищные мухи, не только журчалки, а есть такие хищные мухи, как тырь, например, которые вообще охотятся в полете, в самом непосредственно, как стрекоза. Вот, что стрекоза хищная, но она ближе к водоемам, да, живет. Что вот эти мухи, ктыри, которые поедают на лету, что называется, что, все, что поймают. А есть мухи, вот, кстати, навозные мухи, да, вот так называемые, это, кстати, такие страшные на вид существа, которые просто откладывают свои личинки в навоз, они им не питаются, они тоже хищники, их даже фермеры сейчас стараются специально разводить и даже поменьше травить своих коров, чтобы, ну, чтобы вместе с навозом не выходили эти антибиотики и не травили тех, кто там живет в этом навозе, этих личинок, которые эти мух разводятся и питаются они там личинками других насекомых. Поэтому вот как бы с этой точки зрения, да, очень важно. Опять же, птицы. Это просто, во-первых, то, что касается насекомых, еще надо сказать, мы должны заботиться о их кормлении взрослых стадий, да, имаго. Потому что цикл очень сложный, и имаго питается, как я уже говорю, часто нектаром и пыльцой, и чаще зонтичных. Вот у меня, кстати, зонтичных мы выращиваем ведь как декоративных растений очень мало. Поэтому в органическом земледелии часто рекомендуют, что уж если у вас за забором нету такой природы, естественной, да, ну, коттеджные поселки, большие массивы, может такого не быть, то делайте себе какой-то уголок на своем участке, да, бесспорно. Но это тоже не каждый оставить захочет. Оставить все-таки сныть. Тоже не каждый хочет. Ну, у меня, например, сеется сам укроп. Вообще, два в одном. Дикая морковка. Ну, дикая морковка, да, может быть, петрушка. Она такая красивая, когда она цветет, вы не представляете. Это такое декоративное растение. Вот вы так посмеялись, у меня петрушка, да, гортензия в петрушке. Но я что-то решила это оставить, потому что это очень здорово, это красиво. И дальше вы также можете и корень использовать на зиму как приправу. Поэтому надо иметь такие растения в саду. Надо думать о взрослых стадиях этих насекомых. Иначе, как бы вы ни старались завести у себя этих насекомых, у вас просто ничего не получится. Нельзя их принести в спичечном коробочке, да, выпустить да, и сказать, давай. Живите. Да. Ты должен всех съесть. Да. Ты должен их размножить. Их должно быть много, и они будут работать каждый в свою фазу, да, рабочую. И, соответственно, им надо чем-то питаться. Интересно, кстати, жуки-мягкотелки. Вот вы знаете, наверное, жука-пожарника, ну, да. Все их в детстве знают, а это тоже хищник. И, кстати, не только пожарник-мягкотелка, есть мягкотелки бурые, есть там рыжие, и их личинки в почве, они тоже хищники, понимаете? Вот. Так, подождите, ну вот эти вот жуки-пожарники, я же могу сейчас спутать что-то, и жуки-щелкуны. Это разные жуки. Это разные, которые из них отъедают улили и бутоны. А, это вообще другой жук.
Конечно, это такой красный жук, который... Вот так вы понимаете, ну, да. Сначала надо разбираться в жуках, потому что я же смотрю и думаю, что это та зараза, которую у меня в Севилье пожрала. Нет, вот, кстати, жук-пожарник, он может, ну, вот мягкотелок, их еще можно, ну, где-то отдаленно, да, спутать и с щелкунами, да, вот теми самыми, у которых проволочники, личинки. Вот, проволочники же еще. Да, отличает у проволочника, голова обычно смотрит всегда вперед, да, а у этих голова опущена вниз. Вот есть такой момент. Но, конечно, лучше посмотреть на фотографии и уже точно понимать, кто у вас кто. Кстати, мы часто выкапываем такие нежно-розовые по весне на огороде, когда перекопку там какую-то делаем, куколки. И опять же люди думают, а что это за страшный зверь уничтожает? А это куколка мягкотелки. Ее ни в коем случае нельзя уничтожать. Она вот как раз сейчас вылупится и пойдет... питаться и вам помогать. То есть вы вот представляете, да, сколько уже это я вам такую вообще мизер сейчас рассказала, которые есть в садах, да, из энтомофагах. Потому что таких жуков, у которых хищные личинки масса из разных семейств, просто уже, знаете, я сама не знаю всех, как они называются, у многих только латинские названия сложные, но то, что их масса, это их больше, чем даже вредители. Хотя должна признаться, вот, например, у меня на участке есть вредный жук, с которым я никак не могу побороться. Он очень красивый. Это долгоносики, которые, ну, называются там кто-то шелковистым, называется, кто-то бледно-зеленым там долгоносиком. Прошлое лето очень они свирепствовали. Да, они главные полифаги, то есть они питаются разными листьями разных растений. Они их, есть... От рябины до клубники. Да, и голубику, в том числе молодые листья, на розах они прекрасно кушают. Вот. Но я тут даже больше виню свою кошку, которую мы завели, и мы ее любим. Она у нас ела всех ящериц. То есть надо понимать, что далеко не только... Естественных врагов. Да, не только насекомые, да, нам помогают. Вообще многие организмы, живущие на участке, помогают. Мы ей только это простили, потому что она еще и съела всех гадюк. Да, но, да, то есть вот, это ее просто героизм. Но она съела и всех веретенец, безногих ящериц, которые люди тоже боятся... Все их... сделала одна кошка? Одна кошка, да. И она не дает больше никому к нам прийти. Она на них охотится. Это, ну, тоже очень легкая добыча, собственно говоря. Вот. Поэтому врагов уменьшилось, и я вот сейчас веду такой неравный бой, потому что я не использую на них пестицидов, поскольку это полифаг, он везде, и тогда пришлось бы обрабатывать много, да, растений. Мне очень не хочется уменьшать количество своих энтомофагов. Почему? Потому что хищные насекомые, они гораздо острее реагируют на химические препараты. Да, то есть больше устойчивость из-за того, что мы часто применяли, выработалась у фитофагов, а эти более уязвимые, и поэтому это важно. Кстати, пауки, большая группа пауков, это тоже все хищники, да, и пауки, они и паутину плетут, а есть и просто бегающие хищники, и они тоже очень легко травятся многими инсектицидами. Ну а скажите, а есть какие-то, может быть, группы препаратов, работающие избирательно, которые будут, да, плохих вот, насекомых убивать, да, хороших? Это вот, кстати, такое новое направление, которое сейчас есть у специалистов по защите растений. Хотелось бы такое вывести, да? Но пока не получается. Мы знаем такие препараты биологические, например, лепидоцид. Да, и, кстати, можно с уверенностью сказать, что он работает, только его надо применять в теплое, во-первых, время, во-вторых, ему надо время, чтобы сработать, потому что это бактерия, которая, почему она избирательна, да, она действует на чешуекрылых и на пилильщиков, кстати, хотя пилильщики – это совсем другая группа перепончатокрылых, но их ложные личинки очень похожи на гусеницы. Вообще, когда они появляются, это хуже всяких гусениц. Это как взрыв такой на макаронной фабрике. И если ты это пропустил, да, надолго, конечно, то они... Нельзя смотреть, как твою любимую сортовую, да, хвойную сосенку. Да, да. Они съедают очень, очень быстро. Не может ничего, да, не остаться. Да. Вот лепидоциты это делают, но, конечно, скажем, с пилильщиками, если вы припозднились, пока он сработает, то можно и все равно уже получить большой ущерб. Есть и битоксибацилин, да, причем что в лепидоците, помимо самой бактерии, есть ее эндотоксин, который она вырабатывает, это чтобы подействовало побыстрее, потому что пока там бактерия проснется, пока она живет в пищеварительной системе этой гусеницы, да, пройдет какое-то время, поэтому в лепидоциде уже есть эндотоксин. А в битоксибацилине это же бактерия, Bacillus thuringiensis, но еще плюс есть и экзотоксин, поэтому она еще и на жуков действует. Вот это надо понимать. Но
Опять же, надо тут сказать, что я хоть и приверженец, да, органического земледелия, но я отдаю себе отчет, что иногда приходится пользоваться и химическими препаратами. Почему? Потому что у них есть, конечно, огромное преимущество, то, что они действуют практически мгновенно. Тут надо только разбираться в этих препаратах хоть немножечко, надо помнить о резистентности у вредителя, да, и самое главное, надо отказаться от масштабного их применения, то есть тотального. Вот, тотального, да, вот эти все профилактические обработки, которые мы любим проводить по весне, когда все садоводы приехали, это вообще страшно дело, если время останется, я вам скажу, вот, но, значит, что мы, как надо этим работать, и как сейчас это действует и в сельском хозяйстве. Это так называемая интегрированная система защиты растений. То есть у нас есть химическая, вот это со всеми календарями обработки по 20 раз, да, те же яблони. Вот, и есть интегрированная, когда пестицид, да, используется точечно. Вот у тебя сейчас этот вредитель превысил так называемый экономический порог вредоносности, есть такое понятие. Для кого-то это один жук на квадратный метр, а для тли там можно и потерпеть, и подольше. Ну, да. Да, вот, но если, например, на вашей сосне вдруг сосновый пилильщик, и вы его поздно заметили, вы приехали только в выходной день, то я думаю, ничего смертельного не произойдет, если вы возьмете какой-то пестицид, и лучше контактный, да, чтобы он все-таки побыстрее разложился, но не карбофос, а хотя бы тот же, те же перитроиды, и обработали конкретно только вот этого насекомого, которого вы видите. Да? И тогда вы не нанесете большой ущерб. Конкретно какие перитроиды? Ну, я бы даже так сказала, что сейчас, во-первых, это то, что применяется у нас для личных подсобных хозяйств. Не смотрите в сторону профессиональных средств, бога ради, они гораздо сильнее. Ну, например, тот же энтовир, или та же искра, но обратите внимание, что не искра золотая, потому что в золотой искре это уже это хоть... Это уже скорбофос. Нет, это уже как раз вот тот самый... Имидаклоприд, который никотиноид самый опасный, а называется опять же искра, то есть можно легко перепутать. Поэтому я вообще хочу сказать, что обязательно обращайте внимание, и если уж вы работаете пестицидами, то уж потрудитесь узнавать хотя бы некоторые названия активных веществ, потому что у нас есть много коммерческих названий препаратов, а там все фактически одно и то же. И в очень большом количестве встречается как раз и тот же самый карбофос, который при этом очень опасен и для нас с вами. Ну, а вот эффективность фитоверма, мне кажется, самый... Фитоверм, очень хороший, кстати, фитоверм, да, хорошо, что вы на нем напомнили, это тоже, это очень хороший пестицид, и он действительно может справиться, более того, он еще и акарицид, да, вот это токсин грибной, поэтому... Кстати, это токсин грибной из актиномицетов. Помните, я вам про, него, да, про них рассказывала, грибной, да? Потому что он работает, он, по-моему, запрещает пищевой системе работать у насекомых. Да, нет, он, по-моему, он нейротоксин, если я не ошибаюсь. Ну, тоже, я, конечно, тоже могу ошибиться, но факт, что работает он очень хорошо. Избирательно, главное. Нет. Какой же избирательный, если он еще и до клещей действует? Ничего избирательного. Он очень сильный яд, вы не думайте. То, что он природный, это еще не значит, что он такой уж безопасный. И, кстати, он тоже как раз вот может убить всех подряд. И тех же полезных для нас насекомых. Поэтому, если вы работаете фитовиром, вы просто наносите меньше вреда себе самому. Помимо что-то может быть фитовирома, есть еще какие-то похожие препараты. По-моему, Тиарин Джет, если я не ошибаюсь, это Кулыгин рекомендовал. Это уже другая группа, это уже фунгициды. То есть то, что мы сейчас с вами говорили, это инсектициды. Про них немножко легче просто говорить, их групп гораздо меньше. Фунгицидов намного больше. Но я думаю, что мы уже сегодня просто не уложимся, если еще и о них рассказывать дать. А виджет – это, кстати, препарат, который используется в органическом земледелии, поскольку это сера, и ее, кстати, органическое земледелие полностью приветствует. Это же еще и элемент питания. Вот. Но единственное, что хочется еще сказать напоследок, что далеко не только насекомые, но это и птицы, и для них тоже надо создавать условия, их надо кормить зимой. Это еще и ежики те же самые, да, если они у вас есть на участке, это вообще универсальное животное, которое поедает и улиток в том числе. Те же ящерицы, о которых мы говорили, поэтому землеройки, которые не надо путать с грызунами, да, землеройка – это очень активный хищник, который поедает очень много насекомых. Так что возможности для защиты вашего участка есть. Сейчас другая, кстати, идет концепция, очень интересная концепция при защите растений, это даже не интегрированные системы и не просто органическое земледелие, сейчас пытаются сконструировать, да, такое сообщество, которое бы, именно даже в сельском хозяйстве, да, которое было бы действительно саморегулируемое,
по регуляции численности вредителей. Вот когда произойдет вот, вот это, ну это я считаю, ну почти что как эволюция. Наступит. Да, 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 сконструировать такую систему, чтобы вы ее купили, вы у себя, можно сказать, их всех поселили, они у вас все растут, и живут и работают. Но это сложная задача. Давайте на этой позитивной ноте закончим. Мне кажется, что это прекрасная идея. Я думаю, что у нас найдется еще о чем поговорить, в том числе и о птицах, и о ежах, и конкретно, может быть, о каких-то препаратах, может быть, их принесем и что-то о них более подробно расскажем, потому что мы когда упоминали с вами вот различные действующие вещества, для людей, мне кажется, это все равно все, что в лоб, что по лбу, что искра золотая, и мне кажется, надо вот показывать. Ну, наверное, да, конечно, конечно. Стоит об этом поговорить, потому что это то, что люди смогут применить у себя в садах. Ну, и что я хочу вам сказать, дорогие зрители, главный момент, который я понял про органическое садоводство, что, конечно, надо запастись терпением. Запастись терпением – это раз. Как-то победить, не знаю как, инсектофобию и смириться с тем, что у вас все равно будут жить какие-то насекомые на участке, которые, возможно, будут есть других насекомых, возможно, нет, но они там будут и должны быть, и только при этих вот условиях у вас, наконец-таки, наступит тот рай, который мы все, собственно, хотим получить, когда будут прекрасно цвести розы, созревать яблоки, и одни насекомые будут поедать других. Все, да. На этом я заканчиваю. С вами был канал Европлант Лайф и Ольга Щеменкова, руководитель питомника Терика. Всего доброго. До свидания. Thank you.